О, нажимайте кнопку быстро, нажимайте. Сегодня на канале Горинов Лайф вашему вниманию одна из самых популярных реакций в мире на Диану Анкудинову с композицией «Дерньер Дансе» от корейского музыканта Сонг Вон Суба. Привет, я Сонг Вон Суба. Привет, я Бьон Ку Пак. Мой друг, актер кино и драмы в Корее. Это не музыкальное видео. Что, порнография, что ли? С ума сошел? Американский идол, корейская суперзвезда. Это программа прослушивания. Я вижу это по рекомендациям. Я не знаю, я никогда не видел этого раньше. Она русская? Вы готовы? Да. О, она будет нервничать. Она слишком молода. Она похожа на Ариану Гранде. Голос фантастический. Они нажали кнопку, как только начала петь. Атмосфера. Сколько лет этой девушке? Она гений. Она также хороша в актерском мастерстве. Она настоящий гений. Эй, кнопка, мы так же быстро нажимаем на кнопку. Сколько лет этой девушке? Я не знаю, ее лицо выглядит намного моложе, но голос взрослый. Ее выразительная сила великолепна. Это похоже на очень фальшивую песню. Вы можете так сделать? Она хорошо поет. Ее голос нейтрален, существует огромная привлекательность. Она победила? Я не знаю, конечно. Вы показываете мне это видео, извини. В голосе есть сила, ее таланты были даны Богом. Ариана Гранде в России. Нажимай кнопку быстро, нажимай кнопку быстро. Она должна получить овации. Она очень хорошо поет эту песню, но... Я часто смотрю прослушивание, так что я знаю, что это никогда не бывает легко. Когда вы находитесь перед судьями, вы действительно нервничаете, однако выражать свои чувства таким образом – большой талант. Именно она должна быть на сцене. Ее актерские навыки тоже превосходны. Ее выразительность гениальна. Я не могу понять русский язык, но мои чувства. Что ты делаешь? О, я гений. Что же, этот замечательный музыкант дебютировал в 2012 году, и на самом деле он обладает просто широким диапазоном голоса и очень большим талантом и харизматичностью. Успехов ему в творчестве, огромное спасибо за эту реакцию на Диану Анкудинову. Надеюсь, она пришлась вам по душе, мне вот понравилось. А вы были на канале Горинов Лайф, спасибо, что смотрите, берегите себя, это важно, и до новых встреч! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.